Караганде установлен первый контейнер, в который горожане могут сбрасывать отработавшие свое лампы и батарейки. Это пилотный проект по утилизации опасных ртуть-содержащих отходов. Опробовали на практике контейнер особой конструкции и наши корреспонденты. Новый мусорный контейнер установлен по улице Алиханова, 8. Он имеет 3 отделения для использованных батареек, аккумуляторов и лампочек. Инициатором установки таких баков стал Карагандинский экологический музей. Воплотила идею в жизнь компания «Промотход Казахстан». Цель нашего проекта – привлечь население к раздельному сбору ламп, ртуть содержащих. Потому что в настоящее время сейчас просто выкидывается все вместе с ТБО. В мире давно уже так это не делается. Чтобы по правилам избавиться от отслужившей свой срок лампочки или батарейки, горожанам платить не придется. По мнению Алексея Смирнова, эти контейнеры – настоящий подарок для карагандинцев, поскольку вредные отходы будут не просто переработаны, а полностью уничтожены. К примеру, в Европе такая практика введена давно, а вот мнения карагандинцев о появлении нового бака разделились. Очень хорошо. Да. Меня Барабер. Позитивно смотрю. С сегодняшнего дня карагандинцы будут выбрасывать батарейки и ртутосодержащие лампы в этот специализированный контейнер. Правда, он пока в единственном экземпляре. Если это приобретет популярность, то таких контейнеров по городу станет намного больше. Амина Смакова, Бауыржан Алипов, Марат Култенов, первый карагандинский.